этого поединка, судья национальной категории Мамиев Халил. Бойцы на середину. Действуем согласно правилам. Слушаем мою команду. После команды стоп, не работаете. Коснитесь перчатками. По углам. Какой судья? Какой судья? Главный судья. Готов, боец? Готов, боец? Бой! Первый раунд. Партнер турнира — информационное агентство «Биньюз». Самые спортивные и достоверные новости страны. Дамы и господа, вместе с вами миллионы телезрителей в странах СНГ и Балтии наблюдают наш турнир на канале «Бокс ТВ». Постоянный партнер турнира — охранное агентство Tumar Security. Tumar Security. Безопасность не имеет цены. Угол. Два секунданта, угол. Три у вас. Там Шавкат возле вас орёт. Шавкат.
Поддержим, поддержим. Смотри, все в воде. Хандар мен Мырзалар. Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген спортшылардың арасынан суырылып шығып, ақтық мәреге шыққан біздің екі батыр қызымызға қошемет соқ қояйық. Готовы? Бой! Второй раунд. Шығып Қазақстанның жанкүйерлері Нұрсәулеге қолдау көрсетіп отырайық. Қарағанды облысының жанкүйерлері Сораға қолдау көрсетейік. Қарағанды облысы. Нұрсәуленің жанкүйерлері Қарағанды облысының жанкүйерлері Сораға қолдау көрсетейік. Официальный партнер ресторан О'Хара Irish Pub. Частичка теплой, дружественной Ирландии, столицы Казахстана. Ресторан О'Хара Irish Pub. Изысканная авторская кухня. Как вкусно! И настоящая ирландская атмосфера. Наш официальный партнер Газ Энерджи – сеть автогазозаправочных станций с покрытием всего Казахстана. Газ Энерджи – все виды топлива и газа. Уходят секунды. Встаем мы. Полотенце киньте. Киньте, киньте сюда, не надо заходить. Шығыс Қазақстан облысының жанкүйерлері бүгін өте керемет дәрежеде. Рахмет сіздерге.
Бой! Третий раунд. Қарағанды облысының жанкүйерлері естігіміз жатыр. Сонаға қолдау көрсетейік. Шығыс Қазақстан облысының жанкүйерлері, Нұрсәуленге қолдау көрсетіңіздер. Өте тартысты жекпе-жек болды. Шығыс Қазақстан облысынан келген Сырғат Нұрсәулеге қошемет беріңіз. Және де Қарағанды облысының батыр қызы Рахмонова Сораға қошемет беріңіз. Дорогие дамы и господа, в этом бою единогласным решением судей победа присуждается бойцу в красном углу Рахмоновой Соре. Карагандинская область. Рахмонова Сора становится чемпионкой Республики Казахстан. Для награждения призеров и победителя в октагон приглашается заместитель председателя комитета спорта Министерства культуры и спорта Байжанов Бекболат Кустутунович. В весовой категории среди женщин до 61,2 килограмма бронзовым призером является Абдыкадырова Айшан, Джамбульская область. Второе место завоевала Сархат Нурсауле, Восточно-Казахстанская область.
И чемпионкой Казахстана становится Рахмонова Сора, Карагандинская область. Нашим призерам и победителю давайте поаплодируем, поддержим. И, конечно же, тренера, секунданты, вам огромное спасибо. Под бурные аплодисменты мы проводим тренеров, секундантов, спортсменок. Давайте поддержим, поаплодируем, ведь это финальный бой.